Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы, всадники, Олуха». У нас с вами третий день, и забираем 25 рун. Окей, так, дальше у нас по порядку ресурсы. Так, Беззубик у меня получает уровень 34, и теперь у нас открыто новое путешествие за крылатым ужасом. Отлично, так, ресурсы забираем и сразу же отправляем их на поиски. Так, водорез почти 50 тысяч древесины нам добыл. Так, ветрокрыл, давай-ка быстро за рыбой. Древоруб за деревом. Что у нас еще тут осталось, а? Пока что-то не вижу. Ага, вот здесь вот. Давай дальше, рыбу ищи. И ты тоже. Так, а ты у нас... Давай-ка быстренько за деревом беги. Ну что, давай откроем с тобой пак. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Монеты Одина. И лаварык, костолом, змеевик и все. Скудно, скудно, если честно. Так. Ну тогда сразу же и второй. Монеты Одина и ресурсы. О, флаг дали. Рыба, руны, руны и опять руны. Шикарно. Сразу сделаем с тобой вот эту вот штучку. Заберем выполненные задания. Ежедневный вход. Откройте наборы. Так, без зубика в путешествие пока еще рано. Мы должны с тобой сделать защиту Олуха. Так, подожди секунду, где у нас тут это? Выбирается. Нет, не здесь. Момент истины, мои люди закончили рыть тоннель и уже возвращаются назад с драконьими яйцами. Нам осталось провести лишь один отвлекающий налет. Равновесие сил сегодня изменится в пользу изгоев. В налет, в налет, в налет! Так, разбейте вражеский флот. Ну что же, 30-й. 30-я волна, ребята, у нас. Что я делаю? Что я делаю? Начать. Беззубик. Так, всех, всех, всех абсолютно, ребята, подготавливаем и к бою. Но это сложно, конечно, победить. Ё-моё, ты посмотри на ихний флот. Ты только полюбуйся. Если я, например, нападу вот здесь. Вот эти вот маленькие лодочки красные, вот именно они бомбят катапультами. Вот эти вот стрелами, это как бы еще по-божески. Но когда в тебя летит груда вот этих вот камней с массовой атакой, это, конечно, ребята, ужасно. Начну, пожалуй, я отсюда сверху. Так, Беззубик, давай, родной мой. Поджигай сразу их лодки там. Видишь, он стреляет стрелами из арбалета. Но это еще, ребят, терпимо, на самом деле. Так, я вот думаю, может быть, мне вот здесь вот, вот так вот сделаю, да. А этого, куда бы мне его влепить-то? Посередине, если только. Ну, давай вот отсюда запустим. Так, что у нас тут получается? Успеет? Блин, сейчас, наверное, ай, забомбили. Так, эту лодку мы с тобой уничтожим. Окей. Так, теперь вот эту. Беззубик, ты бы, конечно, бы мог бы мне очень сильно помочь. Кстати, вот эти вот лодки мы можем, наверное, с тобой... Да-да-да, сами уничтожить. Вот так вот. Слушай, смотри, как прикольно у нас получается. Мы забомбили. И сейчас уничтожаем главный флагманский корабль. Есть контакт. То есть, получается, мы с тобой прошли. А от этого исходит следующее. Мы с тобой сможем прокачать дальше нашу катапульту. Да и к тому же два ключа сохранили. Да, тактика рулит. Заберите награды. Как грустно видеть вождя, который понял, что его обвели вокруг пальца. Я сказал грустно? Я имел в виду весело, разумеется. Да, конечно. Прям такое веселье у тебя, да? Так. Не хочу. Забираем. Элвин, остановись, что ты делаешь? Наши драконьи яйца. О, нет. Ха-ха-ха-ха. Теперь драконы будут не только у тебя, Викинг. Скоро Олуху придет конец. Это тебе так с рук не сойдет.
Без книги драконов ты ни за что не выведешь детеныша из этих яиц. Это мы еще посмотрим, Икинг. Угу, а вот я тебе об этом говорил. Улучшите катапульту, чтобы повысить наносимый ею урон. Делаем. Так, пол дела сделано. Давай посмотрим, что у нас тут. А, пак созрел, да? Обычный. И крылатый ужас, кревет, беззубик, друзья мои, может прокачаться. Так, начинаем открытие. Я хочу его. Так, друзья мои, вы правы, что писали в комментариях, тройной удар действительно доступен. Как-то я его не доглядел. Поэтому мы, наверное, с тобой его и возьмем. И вы сказали, что лучше взять вместо сардельки. Хотя сарделька, друзья мои, она очень хорошо выручает. Я, наверное, возьму вместо костолома. Вот так вот я хочу посмотреть и вернуть, вы просили, клывокрык обратно. Ну ладно. Блин, а может не стоит, а? Давай вначале вот так оставим с тобой, потом посмотрим, как у нас пойдут дела. Так, здесь у нас вроде бы все выполнено. Так, ты что сидишь? Ну-ка, быстро лети за рыбой. Быстро лети за рыбой. Так, ничего новенького у нас тут не появилось. Этот уровень получает. Давай дальше его, наверное, на прокачку. Новая способность. И громокоготь у нас. Так, громокоготь пускай идет, прокачивается. И также яйцекус. Лети, тренируйся. Ну что, остается лишь нам с тобой пойти на арену. Хотя вру, друзья мои, вру, конечно же, у нас еще событие не закончено. Так, сколько энергии? 5. Икинг попросил нас охранять это торговое судно, но... некогда нам. Ну, вы же выручите. Да, конечно. Выручу я. Ой. Хотя все нормально, нормально. Сарделька, тройной удар и громобой. Я надеюсь, мы справимся. Давай смотреть. Это еще кто такой? Что за шитик, а? Скажи-ка мне. Кто это? Ну это ладно, это тройной удар, да, у нас? А ну-ка. Действительно, он бомбит сразу по всем, и это круто. Укусик. Давай, наверное, мы с тобой вот так сделаем. А, тут два тройных удара. Тихо ты, парень. Кипишуй, да хорош. Так, укус. Не кисло. Одного мы уничтожили с тобой. Ну что ты там собрался делать, а, паршивец? Отнимать здоровье у драконов команды соперника. Слушай, это же как у водореза. Отнимает здоровье у всех драконов команды соперника. Особое умение всех драконов команды соперника не действует. Так. Снимает положительные эффекты со всех драконов команды соперника. То есть, ну-ка проверим. Ну да, да, ребята. Тут почему-то он не отхиливается, да? Сам. Ну и последняя волна. И здесь опять у нас тройные удары. Но зато он понижает броню. И это большой плюсик. Тихо. Ну что же вы делаете, а? Вау. Ну ты даешь, сарделька. Какого лешего он уклонился, а? Ну-ка давай. На тебе. Ну-ка, сарделька, могла бы и добить. А, у тебя нету повышенного урона. Все, слушай. Тройной удар действительно какой-то имбовый. Рулетку попрошу. Вот она. Крутите колесо. И 50 тысяч рыбы. Ну, я ничего не поделаю, ребята. Так. Что они мне здесь предлагают? А ничего. Эй, подожди. Верните меня в события. А это у нас открыто, ребята, или нет? Так, а у нас что? И подготовка, и вот это открыто. Замечательно. Так, забираем с тобой пак. Так, новые призы уже на почте. Переходим вот сюда. А там, друзья мои, ареновский пак. И я хочу за него побороться. Будем с тобой, естественно, тратить всю энергию. И кто у нас тут? Ага, древоруб
и тройной удар. Волны будет у нас две. Так что не расслабляемся. Так, древоруб, успокойся. Ох, как он сильно бомбит, а? Естественно, нужно его подбить. Вот то, что, друзья мои, он делает, да, понижает защиту. Это, конечно, имбово. При пониженной защите драконы становятся в разы ватнее, чем они до этого. Смотри, сейчас будет опять, да, громобой бомбить. Нет. Ух ты. А я вот так вот сделаю. Сейчас мы его дожарим. Поверь мне, мы его... Ух, сарделька. Живет. Давай-ка вот так вот сделаем. И будем уже, в конце концов, добивать. Четенько все получилось. Последняя волна. Так, здесь у нас шепот смерти, я смотрю. А это кто? А это у нас душитель. По-моему, он. Малыш тут спрятался у нас. Ну? Ох, елки. Что-то у меня сарделька, друзья мои, в ударе, по-моему. Бомбит она вообще не по-детски. На тебе. Что? Ага, хотел бы сделать супер удар, да не можешь, да? Правильно, потому что у тебя была немота. И добиваем. Все, друзья мои. Победа за нами, и мы сейчас будем крутить колесо. Давай, не подведи. Вот, остановись на этом. Нет, 200 тысяч древесины. Ну, это тоже неплохо, на самом деле. Так, а допака нам еще... Хотя нет, забираем мы его. Давай, давай, забрать. 184 карточки. Для новичков, ладно, давай откроем. Костолом, Лаварык, Шепот смерти. И все? Вы серьезно, так быстро? Ладно, погнали вперед. У нас с тобой еще 3 энергии. Ну, осталось уже 2, как ты понимаешь? 2 волны. Кто у нас тут? Ужасное чудовище и... Тройной удар. Друзья мои, прошу сразу заранее извинить меня за мой голос хриплый. Такое ощущение, что я как бы подзаболел. Очень больно говорить, но ничего страшного, как-нибудь справлюсь. Лишь бы вас это не раздражало. Так, ну что ты там хочешь делать? Да иди ты в пень. Добьем мы его? Добьем. Так, ну что, двойной удар остается у нас, да? Смотри-ка, как он взялся за моего, а? Не хочет его оставить в покое. На тебе. Немота, добей, пожалуйста. Не смог. Ладно, как хочешь. Сарделька делает свое дело. И последняя волна. Охо-хо-хо-хо. Здесь я даже не знаю, ребята. Наверное, вот с этого начать все-таки надо. Успеть бы его бомбануть. При пониженной защите. Ну, хорош, душитель. Блин, а вот этот, ребята, тоже опасный типок. Так, ну-ка. Есть контакт. Теперь будем вот этого брать на раскрутку. Нам нужно от него избавиться. У него слишком имбовый суперудар. Массовый, насколько мы помним. Окей. Давай, наверное... Да, вот так уничтожим. Ну, а душитель, на самом деле, легкотня. У него, насколько я помню, нет суперудара. Ах ты, смотри, что он сделал. У него нет суперудара, массового, по крайней мере. Все. Расписали мы его и двигаемся дальше. Давайте ко мне колесико. И... Опа. Зашибись, ребят. Так, мы получили с вами энергию. Ну что, забираем листочки. И тут осталось раз, два, всего лишь два испытания. Слушай, наверное, мы сейчас с тобой их и пройдем. Я вот не знаю насчет босса, кто там будет, но постараться надо. Так, древоруб, двойной, тройной удар и душитель. Окей, все они фиол. А у нас как раз зеленый, да, под эту плясочку. Сейчас мы начнем веселиться. Так, буду начинать я, наверное... Да вот с тройного удара и буду начинать. Ну хорош уже, эй! Шпана. Замечательно. А укусик? Нет, тогда лучше... Блин.
Так сделаем. Понизили защиту. Древоруб там что-то задергался. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, началось, да? Слушай-ка, нам, наверное, лучше вот так вот сделать с тобой. Добиваем. Опа! А вот это, друзья мои, уже было, по-моему, спецом сделано. Слушай, сардельку уничтожит сейчас меня, а? Душитель, наверное, бомбанет ее, да? Предлагаю сделать следующее. Вот так вот. Пока есть, друзья мои, возможность, нужно лечиться. Все равно нам уже вот эти вот никуда не понадобятся. Только на босса, конечно. Упс. Опять. Ну, для босса нужно ставить обязательно, ребята. Есть. Так, последняя волна. Жестко. Начну-ка вот с этого. Да иди ты в трещину. Какого лешего ты промахнулся-то? Правильно, а он попадает. Он попадает. Нафиг ему промахиваться. Только мы можем промахиваться в ответственный момент. Давай так вот сделаем. Сарделька, живи. Сейчас будут атаковать именно ее, да? Ну ты посмотри, что творят. Нет, не только ее. Уничтожим. Да ну! Ребята, они просто издеваются надо мной, ты понимаешь? Они издеваются надо мной слишком. Вот они не промахиваются. Редко-редко-редко, когда это происходит. А у меня промах за промахом идет. Давай тогда этого будем уничтожать. Так, у них энергии нету, поэтому пока переживать не стоит. Ну давай. Отлично. Так, ну что, этого мы с тобой уничтожили? Считай, да? На последнем поединке с боссом, друзья мои, нам как раз вот эта вот шкала энергии очень сильно понадобится. Очень сильно, потому что мы будем с тобой босса, ну, наверное, бить одними суперударами. Я на это рассчитываю. Да чтоб тебе, я уже хотел победу праздновать. Очень много промахов, друзья. Я не знаю, что с этим вообще делать. Давайте ко мне, пожалуйста, колесо. И рыба, да? Ну, конечно, 350 тысяч. Лучше бы мне столько бревен давали, потому что там, по крайней мере, я мог бы кое-что сделать с ними. Ну что, друзья мои, последний бой. И я так понимаю, здесь будет босс у нас. Сейчас проверим, кто. Сколько волн? Наверное, 3. Или 1. 2 волны. Так, ребята, момент истины. Момент истины настал для нас. Так, в первую очередь нужно, ну, как-то вот этих всех уничтожить, да, по идее. Попытаться, постараться. Видишь, понижает защиту мне. Так, остается добить вот этого ханорика. Ну-ка, укусом, нормуль. Так, их остается двое. Так, сарделька потом будет ходить. Сарделька потом будет ходить. Мы пока, наверное, ничего не будем делать. Вот так вот сделаем с тобой атаку. Просто у нас еще босс будет, не забывай об этом. Замедление сделал, да? Так, что он сейчас влепит? Слушай, тут надо лечить. Добей, пожалуйста. Красиво. Но здесь я предлагаю, наверное, уже вешать немоту. Плюс понижение защиты. Ага, добьешь? Есть контакт. Ну и кто у нас тут? Босяра. Вот он, да, по ходу дела. Да, это босс, друзья мои. Ну, начнем с приспешников. Так, что он там будет делать? Ага. Так, нам нужно с тобой энергию, да, тратить. Поэтому поедем сейчас. Так. Повышенную атаку я сделаю. Вау. Сразу снесли, прикинь.
Это хорошо, друзья мои, это очень хорошо. Блин, лишь бы не уничтожил меня, а. У нас с тобой, как ты понимаешь, очень мало здоровья. Ну-ка. Замечательно. И остается последний. Это Басяра у нас. Давай-ка я вот так вот сделаю. Что у нас вот этот удар? Так, отнимает здоровье у всех драконов. Отнимает здоровье. А насколько много? На тебе. Ну, по крайней мере, Салис на него повешен. Так, тихо. Либо усиление атаки сделать, либо отражение. Давай я сделаю отражение. Не знаю, ребята, поможет мне это как-то или нет. А что такой сильный-то стал, эй? Да, смотри, что-то он вообще непробиваемый. Ах ты, ушлепок. Ты что же делаешь, а? Ты что же делаешь, а? Так. На тебе. Бомби по сардельке. Нет, не хочет, а? Ты посмотри. Он не хочет. Слушай, а в принципе ему крышка. Вот, добивочный будет. И есть контакт. Ну что, мы с тобой получаем награды. Это у нас сколько? 200 рун. Колесо, колесо давайте мне. Так, крутим. Пак, остановись на паке. Эть, 350 древесины. Вау, друзья мои, лям. Лям древесины мы с тобой получили. И забираем с тобой руны. Все. Пройдено абсолютно все, друзья мои, на 100%. Так, это у нас было первое событие. Так, и здесь еще осталось. Подготовка, воздушный дозор. А здесь у нас, ё-моё. Здесь еще есть где повоевать. Подожди, подожди. Я хотел поменять колоду, ё-моё. Кревет и шепот смерти. Начинаем с кревета. Три волны здесь. Оу. Так, а он начинает первым. Ну, понятно. Погнали. Укус. Удар хвостом. Угу. Как всегда, промахивается сарделька. Я не удивлен. То, что три волны, это, конечно, плохо. Что, креветик, все? Встрял, да? Нет, ребята, ничего он не встрял. Ну что, теперь беремся с тобой. О, у него энергия полностью сейчас. Да, конечно же, будет влуплять. Оу. Ты сейчас серьезно вот так вот? Ну, слушай, давай-ка мы хильнемся, наверное, с тобой. Только бы не уничтожил бы мне. Да ты запарил, ты. Вот сейчас точно, ребята, крышка ему. Вот объясни мне, каким макаром он насобирал сразу всю энергию. Вот как он это сделал? Так, здесь вдвоем, да, душитель и защитник Громель. Ну что, будем, наверное, с душителя начинать. Да ёпрст, опять пошло вот это вот промахивание наше. Идиотское. Бесит меня, на самом деле. Еще и атаку понизила. Ну ты посмотри на него. Так, мы должны с тобой успеть. Мы должны с тобой успеть. Так, минус один. Я, наверное, запечатаю его. Потому что он у нас любит что делать? Огнем бомбить. Почему всего на один ход-то у него, а? Сейчас будет жарить. У него энергия полностью накоплена. Бух. Офигеть. Давай я вот так сделаю. Поехали. Сейчас опять огнем, да? Начинается, короче, у него, да? Вот этот вот бзик. Так, последняя волна. Кто у нас тут? Ёпрст. Блин, не было печали. Это больно, ребята, бьет. Штука по нам. Хильнуться я не могу, ты сам понимаешь. Сейчас мы, наверное, тут проиграем с тобой. Сейчас добьет мне, да? Ну что же, я не знаю, как мы с тобой здесь будем. Вот если только так. Через отражение.
Посмотрим. Это хорошо ты придумал. Так, давай-ка ты тоже что-нибудь такое чудани. Ждем, ребята, энергию. Если что, будем с вами делать дополнительную. Так, сам себя убил. Превосходно. Что ты там хиляешься? Он решил, друзья мои, хильнуться. Ать. Блин, не хватает мне буквально чуть-чуть. Сейчас сделаем с тобой через отражение. Будем его убивать. Давай, бомби меня. Так, хорошо. Я тебе еще помогу в этом деле. Ой, какой ты красавчик. Ой, молодец, умница. Спасибо тебе большое за такой замечательный проход. Ну что, друзья мои, едем дальше. Давай, крутим колесо. Энергию дай, пожалуйста. Вот, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. И мы продвигаемся с тобой вот сюда. Отсюда уже начинается, по ходу дела, боссики, да? Я хочу, друзья мои, заменить моих драконов. Я вот возьму, наверное, тройного удара. Сюда. Вы сказали, что громобой фигня. Почему он фигня, ребят? Хочешь сказать, что древоруб будет покруче? Ну, в принципе, как бы, да, он будет получше, наверное. Так, я могу улучшить беззубика, конечно. До 8-го разряда мы его повышаем. А вострозуба? А, ну да, нужно его прокачать. Или все-таки оставить нам ветрокрыло вместо громобоя? Сарделька, вы сказали, да? Фигня полная. Хотя я не соглашусь, согласись, через отражение он довольно неплохо себя ведет. А, что-то я как-то немножко... Может быть, нам взять с тобой барса и вепря? Но должно быть разносолочка. Я не хочу, чтобы все были одинаковые. Беззубика наверняка быстро размажут. Наверняка. Вот этот вострозуб, конечно, сильный. Сильный, ну, этот боец, может быть, его нам взять. Какая-то дилемма просто началась. Ладно, возьму кривоклык и поставлю его вместо громобоя. Поехали. Посмотрим, смогу ли я справиться именно такой комбинацией. Ну что, древоруб. Ладно, сейчас начнем. Опять три волны, ребят. Фиолы, да? Блин, а я зеленых убрал. Чтоб тебя разобрало на 1000 кусочков. Значит, тут только сарделька будет у нас рулить. Но ты посмотри, вот они ходят и ходят, ходят и ходят. Постоянно, один за другим. Ну как так может быть? Сарделька, ты меня бесишь уже просто, понимаешь? То, что ты вот промахиваешься так часто, ты меня вот этим вот просто убиваешь. На корню. Нет смысла уже, ребята, вот от этого скилла. От отражения тоже нету. А так, не, так не добьет. Ладно, с первой волной справились. А, двигаемся дальше. Вторая. Ага, змеевик и вот этот вот ханорик здесь. Спасибо, что ты промахнулся. Так, змеевик, в принципе, мне пока не страшен. Начну-ка я с разбора вот этого вот ханорика. Я не знаю, как этот дракон называется. Но будем начинать именно с него. Тихо-тихо-тихо. Вау. Это типа... Блин! Это ж надо было вот уклонение это. Ну как оно бесит, а? Так, змеевик. Он, наверное, сейчас добьет мне. Тройной удар. А нет, он начал немножко по-другому бомбить. Хорошо, сделаем так. Пока у него понижена защита. Пожалуйста, добей его. Нет,
Нет, еще раз нет. Кому крышка? Хорошо, что он начал туда бомбить. На тебе. Последняя волна. Трындец. А что, у троих прям забираем, что ли? О, это хорошо. Это круто. Ну, естественно, без промаха, ребят, ну никак тут не обошлось. Кто там у них будет первым ходить? Ага. Так, давай-ка мы с собой кое-что сделаем. Я хочу вот эту штуку повесить вот сюда. И будем с тобой, наверное, вот так вот делать. Бесявый пень, а? Уничтожит, да? Нет, смотри, что они делают. Так, давай что-нибудь такое мощное. Ну, разве это мощное? Трындец. Кусай давай его. Ага, слепота пока еще действует, да? Пока тройной удар. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж ты творишь-то, а? Сарделька, мы с тобой будем как-то выживать. А как? Я не знаю. Этот сейчас, если сделает свой суперудар, а он сделает. Все, приплыли. Чудом каким-то уклонение сработало. Опа. Ну вы дадите мне воспользоваться отражением, вот. Давайте, бомбите меня. Уничтожайте сами себя. Какой-нибудь, вот если бы этот бы сделал бы суперудар, было бы вообще замечательно. Да они непробиваемые какие-то, ты посмотри. Ну. Давай что-нибудь суперудар такой сделай. Нет. Нет, нет, еще раз нет. Не то он делает. Я трачу, ребят, последний. О, захилялись. Блин, отражение, отражение. Все время, ребята, отражение срабатывает. Точнее, он даже сам себя не может бомбануть как следует. Одни меньше. Что-то меня это нисколько не тешит, если честно. Че, а, все, отражение закончилось. Трындец. Ну и вот как вот это вот понимать? У меня всего лишь одна энергия прибавляется, а у него почему-то... А, у него тоже одна. Мне показалось, что две. Но здесь я не справился. Друзья мои, здесь я не справился, здесь зелень меня разбомбила. Хорошо, значит, мы с тобой сделаем следующее. Берем драконов против зеленых. Против зеленых у нас кто хорошо рулит? Красные, да? Значит, берем с тобой ветрокрыло. Подожди, красный, красный, красный. Кривоклык у меня на месте. Хм. Красный и синий. Скалотряс. Что же нам сделать? Неужели одних красных набрать, а? Подожди-ка, ветрокрыл. Он же зеленый. Сфига ли я его тут? Хотя сон тоже не помешает. Ну и что? Вот так вот оставить? Такую вот команду? Костолома возьму. Улучшить нельзя? Нет. Возьмем с тобой костолома снарядить вместо... Вместо ветрокрыла. Все, ребят. Попробуем вот так сыграть. Не уверен, конечно, что получится у нас здесь разрулить эту ситуацию. Ну, постараемся. Два красных, которые наносят очень хороший урон по зелени. Нам тут бы главное выжить с тобой. А тут у нас фиолы, да? Против фиолов, конечно, лучше зеленка. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты успокойся там, парень. Хила нет у нас. Или есть? У нас, по-моему... Может, костолом хилять, если я не путаю ничего.
Если я не путаю. Нет, ребят, я путаю. Никто у нас, по-моему, не может хилять. Печалька. Лучше бы, конечно, не защиту бы понижать, а атаку. Вторая волна. Ребят, ну нас тут распишут. Все, ну я не знаю. Ты сам видишь прекрасно. У меня здоровья практически не осталось. И они сейчас... Да. Красный и фиол. Не, здесь нам ничего не светит, по-моему. Так, давай эту Громгильду, змеевик этот уничтожим с тобой. Красный, конечно, хорош, я не спорю. Скалотряс, наверное, здесь бы просто замечательно себя вел бы. Вот она, последняя волна, их здесь трое. Ты вот сейчас, ну вот, ну как вот, ребят, ну он взял просто и промахнулся. Вот и все, вот тебе и вся сказочка. Все, тут бесполезняк. Красных моих забомбили. Зелень, как говорится, начал тут выпендриваться. Если бы он бомбил бы и еще отхиливался, было бы вообще великолепно. А так у нас с тобой ничего нету. Кривоклык не выживает, да? И распетрушит, короче, мне моего дракона. Я не знаю, что делать. Ни одна из тактик не работает. Понимаешь, если я готовлюсь к последней вот этой волне, то у меня предыдущие разбирают. Ну и какую нам тогда сделать с тобой колоду? Берем сардельку. Это раз. Возьмем с тобой древоруба. Это два. И возьмем с тобой, знаешь, кого? Кривоклык оставим. Да. Поехали. Я попробую такой колодой. Твою ж налево, а? Чтоб их. Волна. Одна из трех. Они начинают первыми, да? Конечно же. Поехали. Лишь бы сарделька не промахивалась. На тебе. Так, это сейчас будет бомбить по нему, по древорубу, потому что у него понижена защита. А нет. Ну, это тогда будет. Хотя они... распределили атаку свою. Не знаю, с чем это связано. Ох, как замечательно. Поджарило, а? Вот это было действительно хорошо. Да что ж ты такой кривоклык слабый-то? Я не пойму. Чё ж они тебя так разбирают-то, как сосунка? Ну, я так не играю, ребят. Ну, ну что это за слабое звено, блин? Я очень расстроен. Так, подожди. Древоруб, конечно, тут что-то вообще в ударе просто. Так, ну что, добьем? Последняя волна. Сделаем с тобой повышение атаки. Вот с этого надо начинать. Повышенная атака у нас с тобой. Была бы какая-нибудь защита или еще что-нибудь в этом роде. Опа. Понял, что он делает. Так, поджог. В принципе, неплохо действует, ребята. Есть смысл его применять каждый раз. Уклонение. Так. Ать, не трогай мне древоруба. А этот что? Ну, понятно. Опять он за свое, да? Если древоруб у меня выживет, это будет классно. Если не выживет, это будет боль. Этот добьет, сыч. Этот, ребят, добьет. Опять 25. Хотя бы этого бы подбить. Ну давай что-нибудь. Почему он так, ребята, мало сам у себя отнимает? Объясни-ка мне.
Давай что-нибудь мощное. Блин, нет, он просто такой-то. А ты сделай суперудар. Так, он сам себя оглушил, получается, да? Это, кстати, это очень хорошо, ребята. Так, что ты там делаешь? Ага. Нету, нету, ребята, времени нам с вами. Так, что ты? Эх, ты... Тырок, а? Все равно маловато, ладно. Блин, с отхилом, ребята. Сардельки с отхилом. Помнишь, мы с тобой уже как-то дрались так, один на один? Да ты запарил уже тут, а? Давай вот так вот сделаем. Пускай атакуют. Ну, бомбани разочек-то. Так, теперь моя очередь. Эх, хе-хе-хе. Этот сам себя будет... Да ты смотри, что творит, а? Не хочет сдаваться, да? Сейчас запинает, по-моему, меня тут. Одним меньше. А этот что будет? Не, ребят, не получается. Энергия не... Ну все, 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 тут крышка мне. И знаешь, кто виноват во всем в этом? М? Кривоклык. Потому что он сдох один из первых, причем довольно быстро. У меня последняя энергия, и, короче, я сделаю следующий ход, друзья мои. Я меняю кривоклык, знаешь, на кого? На Вострозуба. Или же, подожди. Лучше вот так даже. Лучше даже вот так вот. Все, ребят, вперед. Вперед, как говорится, из песней. Надеюсь, эта команда меня не подведет. Тем более, древоруб, ты прекрасно видел, как он жарит. А этот еще сам по себе довольно крепкий парень. Я надеюсь, он выдержит натиск. Тут фиол, с ними быстро разберемся. Потому что зелень против фиола — это топ. А мы еще вот так вот с тобой сделаем. И будет вообще великолепно. Так, они сейчас сделают по ходику. Чтоб тебя, а? Так, и... И смотри, и по идее должен Сардель ходить. С какого перепуга, блин, он опять ходит, а? Он уже сделал свой ход. Ребят, ну здесь какая-то, блин, несправедливость идет просто-напросто. Я не знаю, с чем это связано. Но они ходят не в свою очередь, абсолютно. Ну что ты там делаешь? Замедляет, вот что он делает. На тебе. Так, мы можем хильнуться. На тебе ударом хвостом. Так, что ты там? Пыхтишь все, пыхтишь, да? Сделаем усиленную атаку. Это для следующей волны, ребята, чтобы она наступила, а мы уже с тобой были под бафом. Начну вот с этого голубчика, да? Синий, синий. Твою же налево, Сарделька, ну ты достала, ну серьезно, ну... Ну сколько вот можно промахиваться-то, а? Ну вот сколько можно промахиваться? Ты меня вот этим бесишь просто. Свои вот это вот... Я не знаю, как это назвать. Промашистостью, что ли. Так, ребят, мы дошли с вами полным составом. Все, пока хорошо. Пока. Наверное, все-таки сделать лучше. Да ладно, пускай будет так. Поехали, начнем с громобоя. Начнем с громобоя. Потом сделаем с тобой массовый поджог. Хорошо, что они на... Ветрокрыла лезут. Да, ё-моё, вот это специально, ребят. Это они уже прочухали, да? Что я хотел сделать массовую атаку. Естественно, они меня заблокировали. Тогда делаем с тобой вот так. Так даже лучше будет. Пускай спят. Пускай спят, а мы с тобой будем спокойненько разносить громобоя. Есть. Так, ну что, теперь я думаю... Давай лаварыга брать в оборот. Он жирный, смотри, ребята. Он в плане того, что он очень мощный, его не пробить. Нахрапом он не берется. Пока тот спит, мы с тобой еще пробафаемся. На тебе.
Так, он очнулся, да, уже очнулся. Но я думаю, что это ему не поможет. Ну что, он очнулся. Сосунище. Добиваем лаварыга. И поджог. Нет, поджог слабо как-то бьет. Можно было его, конечно, и в сон отправить. Ох, 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 что делает. Уже поздно, батенька, уже поздно что-то здесь выпендриваться. Потому что тебе край. Вот тебе сон. И я думаю, следующий дракон мой добьет тебя. Да, ребята, вот такая вот стратегическая колода против этих ушлепков. Как видишь, все сработало. Пак, остановись на паке. Ох, ё-моё, так даже круче. Хм. Так, друзья мои, даже круче. Ну что же, забираем с тобой еще один пак. И на этом у нас испытание пока закончено. Потому что, друзья мои, энергия закончилась. Так, но это еще не конец игры, потому что у нас еще арена с тобой впереди. Так, получаем с тобой 30 листочков. А я что, без зубика никуда не отправил? Как так-то? Погоди секунду, погоди, погоди, погоди. Вот что я хотел, вот что я хотел, друзья мои. Да, я хотел построить этот мост. Сколько? 2 дня будет делаться, обалдеть. Так, ну что, парень, сколько ты? Кстати, он неплохо. А, в час, в час. Ну что, обучать его? Ага, древесины нету, обучать. Так, здесь рыбу заберем. Этот опять у нас прохлаждается. Лети. Шелкопряд тоже прохлаждается. Так, иди. Еще в приключения мы с тобой не отправили наших друзей-то. Если она хочет прекратить шум, стоит отпустить Грамгильду одну. Окей. Грамгильда что-то несет в когтях, возвращаясь этим вечером домой. Это яйцо, лезвие и крыло. Откуда оно в гнезде острокрылого змеевика? Астрид нужно вернуть яйцо, пока его не начал искать дракон. Так, гнездо острокрылых змеевиков. Пускай туда идет, бесплатно. Сморкалу ждет прекрасный речной пейзаж. Да ладно. Оказывается, те ужасные чудовища искали, где бы передохнуть и промочить языки. Дракон собирается вокруг Сморкалы. Похоже, они вполне с ним ладят. Пускай он поиграет с ними. Опять же, бесплатно. Так, следующий у нас будет Сарделька. Мы с Сарделькой стараемся вести себя как можно тише. Лезвие и крылы нас не увидели и пролетели мимо. Мне уже надоело, что они нами помыкают. Может, пора приручить одного лезвия и крыла и узнать о них побольше? Нужно поразмыслить над этой идеей. Приручение. Пускай размышляет. Так, и последний. Ночные жути начинают сомневаться в этой затее. Так, вращаем колесо, и что нам достанется? Давай руны. Замечательно, а вот и руна. 12 штук. Там драконы, драконьи края вы затопили, пора начинать тренировку. А теперь уберите оттуда всю воду. Почему они не двигаются? Похоже, убирать воду нам придется самим. Ну да, конечно же самим. Так, отправляем их, друзья мои, в приключение. Драконий край, летите. Так, с этими мы разобрались. Так, покормить. Ничего себе, 100 тысяч рыбы нужно, прикинь. Кормим. 30... Ох ты, открыто новое путешествие. Где можно найти громоножка? Где можно найти? Вот здесь вот. 150. 36, ребята. Ага, лаварык. Теперь нам доступен, да, еще? Но я хочу громоножку получить. Так, давай-ка мы попробуем его отправить на поиски. Так, где у нас там? Вот он. 8 часов будет искать. Лети, беззубик. Ну, а мы с тобой отправляемся куда? На арену. Арена нас уже заждалась. Что мне тут показывают? Я не могу улучшить, потому что 24 уровень нужен. Так что
Отстаньте. Так, друзья мои, надеюсь, это... Подожди, блин. Твою ж налево, команда-то у меня не та. Ладно. Попробуем разобраться. Угу, змеевик ходит. Так, сарделька. Начнем, наверное, со змеевика. Вот. Шикарно. Ну что ты тут? Ать. Видишь, что змеевик делает, ребята? При попадании сразу берет и понижает мне атаку. Давай, наверное, второго будем брать в расход. Блин, громобой как-то уж... Вражеский громобой бомбит укусом, офигеть как. Мой же еле кусает. Ты смотри, что делает, а? Почему? У него, ребят, не спорю, у тройного удара массовая атака, но она такая слабенькая. Я практически не чувствую вообще урона. Так, давай, наверное, я не знаю, давай вот так вот. Зеленый по красным, ну да. Очень слабая атака. Ну что ты, лаварык, собрался хиляться, нет? Нет. Не хиляется. Будем потихоньку его бомбить. Понижаем ему защиту. Что-то захрюкал. Носом там водит своим, ты посмотри на него. Поехали. Отлично. И добивочный. Вот так, друзья мои, это делается. И сейчас я хочу поменять себе колоду. 30 кубков. Какой пак? Обычный. Давай-ка сделаем колоду, которая у меня была в испытаниях. Снарядить вот сюда. И кого нам не хватает? Так, я уже запамятовал. Кто у меня еще-то был? А, древоруб. Конечно же. Вот такой командой, ребят, я буду играть. Да я знаю, что ячейки забиты. Что ты мне 300 раз это повторяешь? Я думаю, что мы здесь с тобой... О, два фиола мне досталось. Ну и красный один. Красный опасный, а вот фиолы — это как раз легкая нажива для нас. Поехали. Кто первый ходит? Конечно, он. Ну, а мы начнем, наверное... с древоруба. Тихо, тихо, тихо. Не надо кипишевать. Давай, биски. Ой, вот это вот опасный. Ать. Потому что он красный. Повышенный урон. А этот из-под тишка уже лезет, понимаешь? Уже лезет вот. На тебе. Так, кому-то крышка, наверное, древорубу. Наверное, древорубу сейчас будет. Добьет его. О, уклонение. Тогда это добьет. Хм, нет. Тогда извиняй, парень. Хиляться нет смысла, да? Давай, наверное, вот так вот будем делать. Кого он сейчас бомбанет? Все, я понял. Так, друзья мои, они вдвоем ходят, да? У нас накопится с тобой на сон. Мы, естественно, их усыпим. И уничтожим с тобой Костолома. Просто в порошок его стерем. Не будем с тобой пока хиляться. Этого не надо делать. Да и нужды как бы нет. Подожди-ка, у него суперудар. Ай-яй-яй. Это было больно. Так, пускай поспит маленько, да? Сможем ли мы его одолеть? Суперудар. Что он там делает? Что он сделал? Повесил на меня немоту. Дурилка. В общем, выиграли мы с тобой, и колода работает. Жалко, конечно, что мы выжили всего лишь одни. Но не это главное. Сколько еще? Еще четверых драконов нам нужно победить. То есть, как минимум, будет два боя. Опять красный, и это кревет. Я его терпеть не могу. Вот кревет — это трындец полный. Почему, кстати, у меня его нету? А, его, наверное, нужно найти. Будем, конечно же, начинать именно с него. Потому что если он накопит себе на суперудар и влепит его, наши головы полетят здесь. Ну хорош уже, а, ходит и ходит, ходит и ходит. Вот. Блин.
Лучше сон. Лучше, друзья мои, мы сделаем с тобой сон. Если выживем... Ага, все отлично. Дышим. Ну что, креветок надо добивать. Хорошо получилось. Так, ну что, теперь будем... Можно хильнуться или вот этого? Да, лаварыга мы ставим с тобой на дорожку. Что-то там. Массовый поджог. Добивка. И лаварыг остался один. Ну что, Хламон, так, мы с тобой хильнемся здесь. Спокойненько причем. Ну вот лаварыг и попался. Я в команде считаю, ребята, должен быть обязательно хиллер. Да? Массовый чувак, который наносит массовые атаки. И баффер. У меня, в принципе, вот в этой команде зеленых все это есть. Ну что ты, лаварык там? Успокойся ты, а. Он еще хиляет сам себя. На огонечку. Да че я мучаюсь? Вот так сейчас сделаем с тобой и разнесем его в пух и прах. Под усиленным бафом разорвем его просто в щепки. Так, и вот так. Вот и все, ребята. Просто великолепно. Так, что нам там дадут? Ну, 30 кубков, это понятно, и рыбки. Последний поединок. Давай смотреть, кто тут у нас выпадет. Ой, радости вы мои, два фиола и синюха. Это прям бальзам на душу. Ну, ты сам понимаешь, да, что сейчас будет здесь твориться? Разнос. Так, вот они, два фиола. Блин, громорок. Трындец, обрадовался. Ну давай громорога бомбить. Я не хочу, чтобы он тут бафал всех на атаку. Успокойся, а. Не успокоился. Ну что ты там пыхтишь? Опа. Хорошо. Ну что, я думаю, в принципе, им, ребята, крышка. Добиваем громорога и спокойненько уже бомбим пристеголового. Еще раз поджог. Уклонение, ты серьезно? Он уклонился. Пристеголовый дракон смог увернуться. Каким образом, я не знаю, друзья мои. Повышенная атака по ним идет, по фиолам. Он взял и увернулся. Что ты там хочешь сделать? Понятно, добил, да? Радостный такой. Довольный. Все, крышка тебе. Теперь довольный я. В общем, победа очередная за нами. И мы с тобой сейчас получим пак вождя. Вот он, родной наш. Громобой. Громль защитник. Кнут и прут. И все? Чё-то как-то, ребят, я рассчитывал намного больше получить. Ну, там, я не знаю, там 6 видов драконов, но никак не 3. В общем, едем дальше. Так, здесь у нас с тобой 2 фиола, и это красиво. Правда, 11 уровня, это нехорошо. И вот этот сморчок тут лезет на нас. Начнем, наверное, с тройного удара. Ну что ты там опять? Блин, огнеплю несчастный, достал уже, а? Сарделька опять начинает хандрить. Ну, что в ней сломалось, а? Ведь нормально же до этого играла. Уклонение, спасибо. Хоть где-то уклонение сработало. Так, поджог. Нормуль. Ну, если выбирать, друзья мои, между поджогом и массовым сном, я считаю, что сон все-таки будет лучше. Почему? Во-первых, ребята, мы с вами за этот момент можем полностью уничтожить дракона. Он один ходит, а мы все его атакуем. Огнем массовая атака хорошо, когда идет добивание. У них, например, мало хп, да, и нужно от всех избавиться. Тогда базара нет. Так, ну что, сейчас, я думаю, будут они спать у меня вечным сном. Возможно, кто-то даже отдуплится. А нет. Не отдупляться, придется добивать. Ух, ты серьезно? Он еще, прикинь, уклонение получил. Ой, опять сарделька начинает, а? Ну давай еще один сон.
Попади только. Вот тут уже хорошо. Ну что, сейчас, по-моему, уничтожат мне. Ну да. Из-под тишка. Ну, недолго он плясал. Мы с тобой выиграли. Так, ну что, 3 дракончика мы с тобой победили. Еще остается 7. Поехали. Смотрим, кто нам здесь выпадает. Слушай, а вот здесь вот плохо. Всего лишь один фиол. Потом зелень и синева. Синева, конечно. Это кто у нас синий? Кнут и пруд, точно. Ну что ты там? Мы начнем, наверное, вот с этого. Поехали. Не будем, как говорится, ребята, давать ему спуску. Сейчас опять огнем, да? Как ты запарил? Нет, пока не хочу. Хоть и стоит у него вот этот массовый поджог всего лишь 3 энергии, но... Лучше все-таки мы сейчас... Да ёпрсеты, ну у меня нет слов, а? На эту сардельку просто нет слов. Она промахивается, друзья мои. В плане, ты... Как они уклоняются? Почему у них это происходит все? Я не пойму. Воу-воу-воу-воу-воу. Выжил. И это хорошо. Как же ты меня раздражаешь, а? Они вообще все стали промахиваться. Может быть, это от уровня как-то зависит. То, что у меня маленький уровень по сравнению с ними. Влияет, может быть, это, а? Ну-ка, давай усилимся. И начнем вот так вот разбирать их. Уйди, лаворых. Сейчас добьет мне, да? Сейчас, 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 секундочку. Может быть, мы с тобой успеем. Отличный вариантик, усыпить. Так, лаворых. Смотри, только он просыпается, сразу начинает ходить. С какого, блин, спрашивается, перепуга-то, а? Да ладно, сарделька сделала 2 точных попадания. Это надо куда-то записать. Где мой красный блокнотик? Как ни крути, еще 2 боя нужно сделать. Поехали. Смотрим. Красный, фиол, зеленый. Блин, красный. Красный — это самое-самое зло для нас. И это у нас Костолом, да? Именно он красный. Плюс еще 11 уровень у него. То есть, сам понимаешь, у него уже повышенная атака. Надо его уничтожать. Сейчас кого-то укусит. Ать, было больно. Так, делаем массовое усиление атаки. Смотри, что творят, а? Ты смотри, что творят, ироды. Ты... Ни слов нет просто. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, по-моему, кому-то сейчас крышка будет. Я уже, в принципе, догадываюсь, кому. Почему у меня не идет энергия, не копится, а, ребята? Что за проблема? Так, поджог сработает. Есть контакт. Хотя бы так, друзья мои, хотя бы так. Потерял сардельку, да, не поспоришь. Лишились мы с тобой автоматически бафа. Во, отыграемся. Ну что, допрыгался кузнечик, а? Так, подожди, подожди, радоваться рано. На тебе. Проснется, да? Проснется, если я подожду. Твою же дивизию, ну... Ну как он... Ага, сон. Сон в руку, как говорится. Сработало замечательно. Ну что, лаварык, мы за тобой. Поставил защиту. Надо ее уничтожать. Все, остался без защиты, парень. Так, лопнуло. Поджог. И... Ты смотри, а, не угомонится никак. Он все никак не угомонится. Ну все, парень, твоя песенка спета. Твой хил тебе не поможет, я думаю. Хотя, кто его знает, он защиту на себя поставил, да? Да, ребята, ничего ему не светит. Он даже не сможет хильнуться. А мы его тут уже и прижучим. Вот так это делается.
Ну что же, поздравляю нас с победой, и мы с тобой двигаемся дальше. Последний, заключительный на сегодня у нас бой. Нам нужно побить всего лишь одного дракона. И я не знаю, Костолом опять это тут лезет. Причем их два. Я не пойму, это скины что ли у них на Костоломов? Не может же быть таких вот двух одинаковых, но разных по стихиям. Чтоб тебя лезет, а? Ну ты-то что тут еще начинаешь пыхтеть? Понятно. Все, если они взялись за кого-нибудь из слабых, да, там сардельку, все, они начинают его просто бомбить постоянно, на постой. Ты вот меня вот это вот больше всего раздражает. Но, в принципе, я то же самое делаю. Если я взял в прицел, например, какого-нибудь из дракона, да, я его начинаю бомбить, не уступая. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, бедный древоруб. В сон их всех. Лишь бы уснули. Нормуль. Так, это... и смотри, и он сразу начинает ходить. Сразу начинает ходить. Так, бафаемся. На тебе. Давай-ка, наверное, вот с этого начнем. Дай, как так? Вот два промаха, ну. Я, ребят, я вообще не понимаю, как эта фигня работает. Два промаха подряд, ты понимаешь? Надо уничтожать его. Зелень еще, ладно, терпимо. Мы как-нибудь тут поборемся. А вот с этим... Ну что, блин, опять. Опять 25. О-о-о. Уничтожишь, да? Конечно. Без пощады уничтожает. Смотри, что он творит, а? У него энергия просто купится. А, он меня еще и в немоту загнал. Круто. Так, где мой сон? Где мой сон? Я не знаю, ребят, ну с этим я, наверное, не справлюсь. О, все, еще и оглушили. Приплыли, короче, мы. Но мне нужно было одного дракона побить, да? Я это сделал. Все, ребят, это беспонтово. Это беспонтово, идиот. Какой-то, я не знаю прям. Открываем с тобой пак. Кревет. Так, пристеголов. Змеевик. Барс и вепрь. И все. Да, друзья мои, и все. Но у нас, по-моему, здесь есть... Ох, сколько наборов-то, ё-моё. Давай заберем. Посмотрим, что нам выпадет отсюда. Громобой. Костолом, водорез. Ну и ресурсы. Оу. Так, громоножка, да? Точно, друзья мои. А разместить? Блин, нет свободного места на острове, почему? Ладно, пускай пока, наверное, в ангарчике посидит. Я, правда, знаешь, что хочу сделать? Хочу просто посмотреть, как он выглядит. Посмотрел. Отправил его сразу на обучение. Так, ну это еще не все. Так, забираем рыбу, заберем древесину. Новый набор карт. Давай посмотрим. Необычный набор. И что же нам здесь? Рыба, древесина, рыба. Да ладно. Обычный водорез, ребята. Необычный. Так, опять там сосед начал, друзья мои, сверлякать. Слушай, необычный, а у меня какой? А у меня тот же самый водорез. Так что ничего, как говорится, мы с тобой не получили. Так, новый набор карт. Давайте посмотрим, что нам выпадет отсюда. Панцирь. Так, эпический. 150 рыбы, 500 древесины. И все? Я-то думал, мы с тобой получим дракона. Ага, получили. Ладно, забираем с тобой награды. Что у нас тут еще? Отправить драконов в приключение. В принципе, вот это задание, я думаю, к вечеру сделаю. И получу все-таки пак вот этот. Этот пак будет моим. Так, а что у нас там по обмену предлагают? Ага. Я могу получить громобой-защитник. Эксклюзивный. А у меня какой громобой, если не секрет?
Где же посмотреть-то это? Да куда ты лезешь-то? Так, громобой. А у меня просто громобой, друзья мои. А там громобой-защитник. Давай, наверное, возьмем его. Эксклюзивный. Так, а он у нас огонь. Хотя, ребята, отнимай здоровье всех драконов. Хотя, я думаю, не стоит. А лучше всего напиши мне в комментариях, стоит брать его или нет. И тогда мы посмотрим. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!